Главный тренер футбольного клуба «Океан» Спартак Вадим Григорин. Спартак Вадимович, 1-5. Результат такой громкий, можно сказать. Первые полчаса ничего не предвещали такого результата. Что пошло потом не так? Ну, я скажу, мы первый тайм довольно-таки неплохо выглядели. Были у нас и моменты для того, чтобы забить. И борьбу не проиграли. Ну, я скажу, у нас нет такого футболиста, как в команде соперника Нуриддинов, который сегодня сделал результат. Отдал две передачи и исполнил великолепный штрафной. Полностью провалили третий круг чемпионата. Сейчас есть возможность проанализировать, пообщаться с футболистами и, наверное, сделать какие-то выводы. И я думаю, мы все-таки выйдем на последнюю часть чемпионата, но другой совсем командой. Потому что так дальше продолжаться нельзя. Сегодня, конечно, провальная игра, но я поздравляю команду Евпатория с заслуженной победой. Ну, будем двигаться вперед дальше. Проблема третьего круга – это внутренние проблемы команды или это проблемы с игрой? Я не хочу сейчас говорить это. Ну, у нас много травмированных игроков. В основном это линия защиты.